В США родители держали на цепи 13 детей. Супружеская пара заковала своих же детей в цепи в темной комнате, но не смогли объяснить причину своих действий сотрудникам правоохранительных органов. В Калифорнии, США, были задержаны родители, которые посадили своих 13 детей на цепь. Об этом в понедельник, 15 января, сообщили в пресс-службе полиции штата. О таком случае правоохранителям рассказала 10-летняя девочка, которой удалось убежать из дому. По словам ребенка, ее родители, 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиза Турпин, держат в цепях ее 12 братьев и сестер в возрасте от 2 до 29 лет. Когда полицейские приехали к месту проживания семейства, то обнаружили закованных в цепи детей, которые находились в темной комнате. Родители не смогли объяснить полиции, зачем они держали своих детей на цепи. Освобожденные были направлены на медобследование, поскольку находились в плохом состоянии и долгое время не ели. Как сообщалось, в Северной Каролине женщина убила своих сына и дочь, затем покончила с собой. По материалам сайта news.com.